Друзья, всем привет! Решил я вам заснять, показать, как мы фикуем солому. Плюс в прошлом ролике мы там поспорили с человеком, сколько на этом поле будет тюков. Тут 10 гектар. В этом году у нас будет спрос на солому, потому что соломы нету, массы нету вообще. Я сказал, 1000 тюков, здесь 10 гектар этих будет. Здесь 1000 тюков в жизни не будет. Сколько здесь? Я даю максимум 500. 500? Да. Он сказал, что здесь будет 1000 тюков. Я говорю, максимум 500. Но я ему предложил спор, если будет 1000 тюков, я оплачиваю все тюки. Если 500, он. Но он, конечно, не согласился, сомнения все-таки есть. И сейчас вот он... Ему остался один круг. Посмотрим, сколько здесь получилось тюков. У него счетчик стоит. Тюкуют у нас по-разному цены. 6-7 гривен за тюк. Говорят, если масса будет, 6. Массы нету, 7. Плюс 3 гривны погрузка-разгрузка. Вот считайте. 9-10 гривен только ложится на себестоимость соломы. Штуковали они эту ПТС-ку. Вилами люди закидывали. Выходит в среднем 65-70 пиков. Вот и считайте, что выгоднее, ПТС-ку домой заказать или затюковать. В общем, такой процесс интересный. Попадаются. Бывает, ну вот я за ним походил тут круга два. Один тюк только развалился. Нормально работает. Естественно, посчитает счетчик как два тюка уже по-любому. И выйдет нам тюк уже
в два раза дороже. Так, вот это проходит процесс погрузки такой. Все нам удалось заснять. И как пикуют, и как грузят. Сколько погрузка стоит? Да. Как, это что, секреты что ли? Какая цена погрузить и выгрузить? 3 рубля? О, это в гривнах гривна 50 выходит. Нормально, пойдет. Вот он. 513 тюков. Если вычесть те, которые развалины он подбирал, получается, в два раза считало. Все, у меня глаз алмаз. Кто еще хочет со мной поспорить? Все, всем удачи. До встречи.